и открытым оком, том 13. Тема Лапкин книги, вопрос 2774. Не откроете ли секрет, где берете деньги на издание книг? Явно же, что не на свои же деньги проворачиваете такие суммы, что превышает давно 1 000 000 рублей, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почему такая нужда заглядывать в чужую бухгалтерию? Если для опыта, то тут секрет один – мое полное доверие Богу и Иегове. Что бы ни начинал делать, везде совершенно невозможность из-за бедности. Но слово «Создатель» открывает свои шлюзы милосердия. И прищедро сыплет закрома мои. Есть такие поступления, которые под шифром никогда и никому не говорить от кого. Зачем же мне трезвонить о том, что не мое? Я лишь переходное звено в цепочке издания мыслей. Римлян 12.8. Увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Я прожил не в углу, и даже враги знают, что я не имею в заначках ни рубля для себя, но все на дело Божие. Все без остатка. Премудрость 11.24. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беден. 2 Коринфянам 9.6. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Что-то сэкономил, где-то помощь спонсорская, а большей частью брал займы без процентов, с условием, что если не успею при жизни рассчитаться, чтобы взаимодавцы не считали должником. Притча Соломона 22.7. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Когда услышите, что мой путь закончен, можете быть уверены, что умер я не в долгах, и никто не будет терзать мои останки на продажу. Потеря памяти как будто не грозит. Не дай, Господь, не приведи к расстройству, разрушь к дурдому рельсы и транзит. Там оказаться даже очень просто. Благодарю Создателя за ум, за чудо вундеркинда полиглота. Ворочает он цифрами бесчетных сумм. Что не захватит, то шутя проглотит. Здоровый, здоровыми знакомлюсь. Для всех по полочкам положенное место – тому в оазис, этому на полюс, тот поминутно в памяти, на этом ставлю крестик. Два глаза схватывают, считывают, смотрят и в память отправляют через разум, перебираем, выбросить, одобрить. И не жалея красок приукрасить, талант ушей запомнить и талант забыть, иначе в перегрузке задохнемся, затаримся, как горе эрудит, ненужное забыв убрать под носом. Когда пробил мой час прийти к Христу, захлебываясь горечью услады, дверь распахнуть на долгожданный стук, быть вырванным из жуткой пасти ада. Какие хляби в памяти разверзлись, поток из слез, все смысл, как в наводнении. Поток из слез, все смыл, как в наводнении. Мечты исполнились, оформились из версий. Путь из тюрьмы узрел впервые пленник. Взмолился к Богу, дабы он дал забыть. Уже прощенная, в чем истлевала совесть, изголодавшийся по правде прошлым сыт. И Бог мне дал талант, не безусловно, что к прошлому возврат мой невозможен. И помнить кровь Христа меня спасла. Обуздан страхом, разум подбирает вожжи. За память чудную Создателю хвала. 30 июля 2005 года. Игнатий Лапкин.